Станкостроительный завод ДМГ «Море» показывает стабильный рост показателей вот уже пятый квартал подряд. Сегодня для производителей основной целью является тема локализации продукции. Данной проблеме, а также вопросам модернизации отрасли станкостроения посвящен технологический симпозиум, который проходит в эти дни на базе Ульяновского станкостроительного завода. Я вместе со своими сотрудниками объявляем вам, что тему локализации мы берем себе в качестве нашей абсолютной основной цели. Церемония открытия состоялась днем ранее, 21 ноября. Мероприятие подобного формата для нашего региона в новинку. Симпозиум посвящен современным подходам к созданию цифровых производств. В мае этого года вышел специальный указ президента, который утвердил стратегию цифрового развития России. Сейчас прорабатываются дополнения к этому документу, где будут прописаны вопросы развития станкостроительной отрасли. Поэтому и главная цель симпозиума – обсудить возможности кооперации в новую цифровую эпоху. Ульяновский станкостроительный завод по итогам 9 месяцев стал первым заводом номер один по объемам выпуска станочной продукции, стал новым номер один по выпуску станков с числовым программным управлением и обрабатывающих центров. Это, я думаю, хорошее предзнаменование для тесного и хорошего сотрудничества в этом направлении. Но в любом случае, абсолютное большинство тех предприятий, которые сегодня формируют благополучие нашей территории, если мы в ближайшее время их не перезагрузим с точки зрения повышения производительности труда, с точки зрения внедрения цифровых технологий, нам удачи не видать. Кроме традиционного марафона разнообразных технологий обработки на станках, в рамках симпозиума пройдут тематические дискуссии. Каждый день будет проигран по индивидуальной программе. Это цифровое производство, автомобилестроение, авиастроение и аддитивное производство. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.